Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Хочу записать для вас небольшое видео. Спорим, столько ухи вы еще никогда не видели. Вот, наверное, камера не передаст телефона, но разводы масляные идут по воде. Лень какая, на какой, на варту. Ушица сладка. В прошлом году было то же самое. И нам сказали, что это по естественным причинам происходит. Потом было опровержение, чтобы траванули. В этом году все повторяется. Друзья, сейчас вот 17 мая, 23-й год сегодня на утро. Смотрите на это. Штраф за одного карасика у нас 250 рублей. Толстолобик он лежит 800. Сазанчик 900. Самы. За спиной солнце не могу поснимать. Так что, друзья, не знаю, как это называется. У меня нет слов. Вот рыбака с удочкой сейчас поймают, и листовый запрет, если. Вам выпишу штраф за рыбу. А вот это вот. Это все бесплатно, друзья. Супчика никто не хочет. Смотрите, рыба кипит. Вот вода, вот, все от рыбы. Несет ее он по течению здесь. И никому ничего до этого нет дела. Пишите свое мнение в комментариях. Интересно почитать. Да, и я писал в прошлом году в прокуратуру. Говорю, ответ приходил. Сказали, что рыба погибла по естественным причинам. У них на все один ответ. Когда рыбак поймает такую рыбку, это не естественная причина. Он хочет ее съесть. А когда травят ее, это нормально. Ладно, друзья. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся на рыбалке. Кстати, рыбка поклевывает изумительно. Ну, та еще, которая живая пока. А это вот уже не клюнет. Так, друзья, а вот и первый желтощек в этом году у меня. Малыш, правда, но первый. А тут, конечно, полный. Смотрите, какая красивая рыба. Мечта многих амурских. Мечта многих амурских рыбаков. Когда вырастет килограмм на 30-40. Это вообще пушка. Сейчас мы его отпустим, конечно. Блин, телефон мешает. Сейчас я его отпущу. Так, все, отпускаю. Вот он. Без повреждений, целости, сохранности. Поплыл. Вот так вот. А здесь ушица.